Всем привет, друзья! Всем привет! Вы на канале Baby Go! Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Друзья, в одном из выпусков у нас был самодельный геоконт Воскобович. Мы брали оргалит, кнопки и резинки. И составляли геометрические фигуры из резины. А сегодня у нас будет настоящий геоконт Воскобовича. Вот такой вот. Ниночка, можешь пока ознакомиться с ним, я немножко расскажу. Это доска с кнопками, и на нем нарисованы фигуры. Как можно ребенку распределить резиночки, вы сейчас увидите в нашем ролике. Друзья, как правильно применять геоконт Воскобович? Можно создавать фигуры, потом их трансформировать. А потом трансформировать. Вот, на самом деле из этих фигур можно получать различные сложносоставные фигуры, но это уже для детишек постарше. Конечно, мы начнем с того, что мы попробуем закрепить цвета, циферки и фигуры. Плюс потренируем моторику. Денечка, давай попробуем. Вот, видите, здесь можно получать различные фигуры, в том числе пилы, листики, рыбок. Циферки, что будет интересно Дениске. Денечка, давай попробуем сначала какую-нибудь простую фигурку получить. А потом попробуем сделать цифру. Сделаем. 7 сделаем, конечно. Денечка, давай попробуем получить квадрат. Вот из этой зеленой звезды квадратик. Это тебе надо взять резиночку. Так, папа, смотри. И с цифры 3 перенеси на цифру 4. Держи вот этот конец резиночки. Давай, тяни. И вот сюда тяни. Вот сюда вот одевай. Вот так вот. Давай я тебе понемножку помогу. А теперь давай вместе натянем вот сюда. Так, давай, вот на желтую натягивай. Натягивай. И смотри. А вот с этой стороны нам надо натянуть на эти две синенькие. Да, на букву Г. Давай, держи вот этот кончик, тяни нам. Нет, ты снимаешь так. Ладно, мы сняли резиночку. Давай попроще что-нибудь. Давай мы эти резиночки все поснимаем. Поснимаем резиночки. Снимай вот эту синюю резиночку. Потренируем моторику с тобой. Давай, снимай. Все, мы все резиночки сняли. У нас остался вот такой пустой геоконт. Динь, давай получим цифру 7. Ты же хотел цифру 7 получить? Мы сейчас попробуем сделать с ребенком цифру 7. Это сложно, поэтому папа будет участвовать. Дин, давай возьмем самую большую резинку. Дэн, какого она цвета? Смотри на папину ручку. Какого цвета резинка? Резиночка какого цвета, Денис? Дэн? Какого цвета резиночка? Зеленая. Зеленая. Давай вместе с папой, давай ручку. Давай, держи. Сейчас будем натягивать циферку 7. Вот так вот. Я один кончик одел. Так, это у нас начало с тобой цифры 7. Теперь мы берем вот этот кончик и тянем, тянем до конца. 7. Какая цифра у нас с тобой получилась? Семерку получилось, Дэн, да? Но не совсем похоже, на самом деле, друзья. Вот мы сейчас покажем вам. Вот она. Мы постарались по памяти сделать. Вот у нас снизу цифра 7. На самом деле, нам еще вот здесь надо натянуть. Сейчас попросим сделать Дениса. Дэн, у семерочки, видишь, снизу тоже есть основание. 7. Давай вот здесь вот, бери резиночку ручкой, Дэн. Держи. Вот здесь вот держи. Давай я тебе помогу чуть-чуть. Держи, хватай. И тяни вот сюда. Дэн, смотри, вот сюда натягивай. Отпускай. Так. И вот здесь надо поправить. Давай, папе, ручку. 3. Давай, держи. Вот здесь резиночку хватай. Хватай. Оп. А вот это буква С. Какая у нас с тобой цифра получилась? Смотри внимательно. Какую ты здесь циферку видишь, Дин? Это буква Г. Г. А цифру ты какую здесь видишь?
7. Друзья, вот смотрите, у нас получилась цифра 7, как изображена на рисунке. Вот она, циферка 7. А вот она наша. Динечка, давай попроще. Тебе пока сложно? Давай мы с тобой простую геометрическую фигуру сделаем. Получим квадрат. Давай. У нас, смотри, вот с тобой контур квадрата. Смотри, контур квадрата. Дэн. Ну давай, попробуй. Потяни резиночку, да. Давай разберем цифру 7. Давай получившуюся цифру 7 разберем. Тяни резинку. Так, все, сейчас мы с тобой разберем. Оп, разобрали, да? Отлично. Давай теперь попроще. Смотри, у нас есть квадратик. Вот он нарисован посерединке. Друзья, мы вам тоже покажем. Вот он квадрат, вот его силуэт. Дэн, давай получим квадратик посередине. Давай. Держи резинку с этой стороны, а папа с другой. Давай, натягивай. Вот. Вот сюда одевай. Вот на эти три пимки одевай резиночку. Так, один, отлично. Один. Держи. Один. А папа натянет остальное. Вот, друзья, у нас что получилось, Динь? Смотри внимательно. Какая геометрическая фигура получилась? Воскобовича. А как он называется-то, Воскобовича? Какая у нас с тобой геометрическая фигура получилась? Нет, нет, вот это вот какая геометрическая фигура? Квадрат, Денис. Квадрат. Квадрат. Повторим давай. Квадрат. Вот, друзья, у нас получился квадрат. А Денис говорит Воскобовича, потому что, если вы помните, в одном из видео у нас был квадрат Воскобовича. А если, Денис, мы сделаем вот так, вот так. Ну, у нас резинка очень большая. Давай с тобой сделаем треугольник. Давай. Вот это у нас получилась геометрическая фигура, у которой три угла. Как она называется, Динечка? Фигура. Не, не фигура, они все называются. А с тремя углами? На букву Т. Треугольник. Попробуй повторить за папу. Треугольник. Друзья, вот мы получили треугольник. Если постараться, то можем получить круг. Давай получим круг по большому радиусу. Возьмем зеленый кружок. Возьмем зеленую резиночку. Давай, вот цепляй вот за эти пипки. Отлично. Давай папа сейчас натянет. И мы получим круг. Смотри внимательно. Вот. 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 Дениска, у нас получился... Какая у нас получилась фигура? Круг, правильно. Друзья, смотрите, у нас получился круг. Вот такая интересная игра Геоконт Воскобовича. Дениска подрастет, мы попробуем сделать более сложные фигуры. Листочки получим, человечков, возможно. Все это из геометрических составляющих. Ну а сейчас мы с вами прощаемся, друзья. Мы будем придумывать для вас очередные новые развивающие игры. С вами был канал Baby Go. Мы с вами надолго прощаемся. Ставьте нам пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч, друзья! Пока-пока!